Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Дмитрий Трофимов, это я. Вы находитесь на моем канале, а сегодня тема называется «Как расслабить свое лицо, если мое лицо лопатой?». И мы поговорим сегодня, как его расслаблять. Я дам вам упражнение, и вы в какой-то момент почувствуете, что ваше лицо стало больше выражать какие-то эмоции, да, во время говорения. Для этого же нам нужно в первую очередь тренировать лицо, а не просто тренировать, потому что мы будем заниматься и тренировкой, и расслаблением сразу. Почему нужно именно тренировать, я тоже об этом поговорю. Понеслась. Смотрите до конца, и тогда все техники вы узнаете, обязательно эти техники запишите и применяйте каждый день, без перерывов, как минимум 30 дней, чтобы увидеть результат. Окей. Первое упражнение, как бы странно оно ни звучало, называется «Кривлять рожи». Но так оно называется, это правда. Все, что вам нужно, это перед зеркалом, можно без зеркала, как вам удобно. Если вы боитесь смотреть себя в зеркало в этот момент, можете сделать без зеркала. Вам нужно утром, ну можно делать утром, можно делать днем. Ну, если вы, например, собираетесь с кем-то встречаться и хотите более эмоционально лицом что-то поиграть, тогда можно перед встречей это сделать за 10-15 минут. Что это за упражнение? Все очень просто, вам нужно кривляться. А вам можно взять книгу, читать вслух книгу, вам можно просто что-нибудь говорить, и в этот момент вам нужно пытаться максимально, да, пытаться, как псих сумасшедший, кривляться. Ваша задача делать разные рожи. При этом можно продолжать говорить дальше, можно молчать, как хотите. Но главное, постоянно почувствовать вот все свое лицо, да, свои все мимические мышцы, которые в этот момент у вас задействованы. Старайтесь максимально вот прям прожимать, продавливать каждую мышцу, когда вы что-то говорите или молчите. Кривляйтесь максимально, насколько это возможно. Делать нужно, ну, приблизительно 1-1.5-2 минуты, это разогрев, да. Первое упражнение — это просто работать именно с мимическими мышцами, да, по всем, кому как это возможно. Второе упражнение, которое тоже очень хорошо вам поможет, это когда вы загуглите эмоции. Эмоции, например, радость, где там вы радуетесь, может быть, это счастье будет, грусть, печаль, злость. 3 эмоции, можно 4, можно 5 какие-нибудь выбрать. Ваша задача — загуглить скриншоты или картинки и увидеть, как это там делает какой-то человек. То есть картинку посмотрите, вот там, например, грусть, потому что не всегда вы сможете это передать, но если вы ее скопируете, увидите на картинке и попробуйте сделать, так будет проще. Второе упражнение называется имитация эмоций. Ваша задача, опять же, с помощью своих мимики лица эти эмоции воспроизводить. Вот увидели злость, утрируйте максимально, насколько это возможно. Утрируйте, то есть не обязательно надо делать это идеально. Наша задача — просто играть мимикой лица, почувствовать вот эти мимические, да, вот наши мышцы. Помимо этого, вот вы, например, сделали злость, следующая — опять радость, счастье, да, здорово. И в этот момент опять можете что-то говорить, если хотите прямо это включить именно во время разговора. Улыбка, счастье, потом опять злость, потом печаль, грусть, потом улыбка. Второе упражнение — тренировка эмоций. С мимикой лица мы работаем. Третье упражнение – это нужно максимально лицо напрячь. Напрячь – это значит, что вам нужно сделать что-то вроде улыбки, да? Приподнять вот здесь, зажать мышцы, и здесь все, лицо попробовать напрячь. Напрягите максимально, держите его сколько можете. Держите, как будто вот сейчас вы в туалете сидите, и вот надо максимально напрячься. Отпускайте лицо. И кайфаните от того, как у вас сейчас по лицу приятные ощущения проходят. Да, это называется расслабление через напряжение. И оно тоже снимает зажимы мимические с лица. Попробуйте, очень прикольная штука. Это третье упражнение. И четвертое упражнение, ну, оно похоже немножко на первое, когда мы делаем всякие рожи. Мы просто стараемся, да, делать... Здесь полуулыбку, здесь полуулыбку, здесь полуулыбку, здесь полуулыбку. Просто растягиваем в сторону, здесь растягиваем в сторону, здесь, 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 здесь. Можно вниз, вниз, вверх, 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 вок, вок, вниз, вниз. И вот таким образом мы тоже тренируем. И последнее упражнение, ну оно тоже легкое, главное его понять, как делать. Вам нужно попробовать, ну, можно лежа, лучше сначала лежа, потом можно сидя. Ваша задача — полностью расслабить лицо и сконцентрироваться на лице. Если вы ничего не чувствуете на лице, это ничего страшного, просто сконцентрируйтесь на лице, все свое внимание направьте на лицо. Вот лежите, направьте на лицо, на лоб, на щеки, на скулы, да, на все. Вот старайтесь концентрироваться, мысли приходят, а вы опять возвращаетесь на лицо. И ваша задача — дать себе команду, что лицо вот сейчас максимально расслабляется.
И попробуйте каждую мышцу почувствовать, которая в этот момент расслабляется. Если ничего не чувствуете, ничего страшного. Просто продолжайте наблюдать за своим лицом, поконцентрируйтесь вниманием и продолжайте расслаблять свое лицо. Представьте, как будто бы оно расслабляется. Представляйте. Вот оно сейчас расслабляется. Расслабляется верхняя часть, средняя часть, нижняя часть, нос. Все расслабляется. Потому что нам нужно не только работать с мышцами, да, лица, нам нужно еще уметь их расслаблять. Вот эти упражнения вам пригодятся, если вы хотите, чтобы ваша мимика лица могла сопровождать вас, когда вы что-то рассказываете. Напоминаю, что мы тренируем мимику лица не просто потому, что мы не хотим быть как роботы. Нет, мы не для этого это делаем. Мы это делаем, чтобы передавать эмоции, вы же помните? У меня есть на моем канале «Игра эмоций». И вот вы можете более ярко выраженно, когда что-то говорить, вы в этот момент можете как раз своим лицом и поиграть, да, выразить эти эмоции. Вот для этого мы и тренируемся, чтобы выражать себя более ярко. Можно, конечно, без звуков делать, как это делаю я. Напоминаю, у меня есть телеграм-канал. Там очень много полезной информации, которая не выходит на ютубе. Подписывайтесь туда. У меня есть инстаграм, у меня есть паблик ВКонтакте, у меня есть страничка личная ВКонтакте, у меня есть фейсбук и канал на ютубе. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, оставьте какой-нибудь комментарий классный, позитивный, на колокольчик нажмите и пока-пока! Вау, чтоб сиськи не видно было. Так, я забыл, о чем говорить. Ваша задача – сконцентрироваться. Ай, блин, глаз попало что-то. Ай, гаденыш. Ваша задача полностью поддержать. Да, блядь. Доигрался. Пока-пока.